Без барьеров. Регистратуры копейских поликлиник станут ближе к пациентам. Их отремонтируют и сделают открытыми. Снесут перегородки, поставят столы и стулья, чтобы жителям было удобнее получать медпомощь. Модернизация затронет медучреждения по улицам Гастелло и Борьбы, а также в поселке Горняк. Фактически мы снесли перегородки, которые были барьером между медицинскими работниками и пациентами. Теперь фактически пациент будет напрямую контактировать с медицинским регистратором. Ну и созданы будут большие просторные светлые холлы. В первой городской больнице рабочие уже сносят перегородки. После приступят к побелке стен и потолков. Заменят полы. На время работ некоторые кабинеты пришлось перенести. Потолок под весной будет. Так, батарея меняется, система отопления. Так, еще пол тоже керамогранитная плитка меняется. На реконструкцию входных групп из областного бюджета направили 12 миллионов рублей. 9 из них потратят на ремонт Кировской больницы. Ремонт должны закончить до конца года.